Рассмотрим тестовую печать на принтере PC42T. Подключаем питание. Проверяем расходные материалы. Открываем голову. Важным моментом является правильно заправить печатающую сторону риббона. Для этого мы пользуемся небольшой хитростью. На пленке делаем оттиск и определяем, какая сторона оставляет отпечаток. В данном случае необходимо направить сторону, которая оставляет оттиск, лицом к этикетке. Аккуратно приклеиваем, делаем первое проматывание, фиксируем риббон. Фиксируем ленту, чтобы она свободно двигалась, но при этом не болталась. Закрываем голову и включаем принтер. Сейчас принтер загружается, индикатор начинает мигать зеленым. После происходит калибровка этикетки. После того, как принтер будет откалиброван, индикатор загорится зеленым, и это будет означать, что принтер готов к печати, получению задания с компьютера. Индикатор горит зеленым непрерывно. Этикетка откалибрована. Для тестовой печати достаточно зажать кнопку Fit. Первично пойдет все та же калибровка ручная, а после печать. В данном случае тут был припринт еще какой-то. Повторим эту процедуру. Отпечатана контрольная этикетка. На ней мы видим версию прошивки, модель принтера, серийный номер, командный язык, в данном случае AutoSense, пробег головы 8 метров, разрешающую способность 8 точек на миллиметр. Далее тип носителя. Мы видим, что это носитель с зазорами, Media with Gaps. Метод печати, with ribbon, термотрансферный метод. Ну и, пожалуй, из интересного здесь все.